ребятки, привет! И вы на моем канале, мы сейчас с Алисой кушаем соломки. Мы только сейчас приехали с Фикспрайса. А в общем, завтра у них годовщина. Ну, как и вы, наверное, видели видео, которое у меня было год назад. Мы тоже им делали подарки, но мы сейчас уже другие. И мы придумали, что будем делать. Сейчас мы вам покажем. В общем, ребятки, вот что мы купили. Мы купили тут такие носки. Вот такие. Не будь колючкой. Вот. Тут такие свечки, мы их потом зажгем. Они очень вкусно пахнут. Вот такой сникерс большой. Потом мы надуем шарики. И еще вот такой вот пакетик. Сейчас мы будем это все запаковывать. И завтра мы вам покажем. И, кстати... В общем, я всегда в подарках делаю такие штуки из пергамента, которые режу. Так, короче, их так складываешь. Ну, сейчас вы увидите на видео. И получается как наполнитель. Это круто. И мы сюда потом положим сникерс. Я сама его хочу скушать. И как-то мы положим. Он уже помялся. 300 раз уже помялся. А мы кушаем соломку. Стоило всего 19 рублей. А лица лохушка, кстати. Алиса, я тебя вижу. Что там же? Алиса, кто? Хорошая девочка. Алиса, кто? Хорошая девочка. Убью всех. Бе-бе-бе-бе-бе. Моего пенала. Сама, блин, еще же. Уже устала бегать. Вон там. Да, ты что, прислукал? Пожалуйста. Да, она мне прислуга. Потому что я там не вижу ножниц. А, я! А! Все записано на видео. Ты издеваешься надо мной? А где они были? В общем, Алиса сейчас хочет запустить шарик. Будет выглядеть. В общем, ребята, мы наконец все тут положили. Мы тут все переменяли. Я не знаю. В общем, у нас тут такая открыточка была. Мы ее подписали. Тут такие фотки у родителей. Там огроменный сникерс. А ждем завтра, чтобы мы его подарили.
Привет, сейчас уже 11 апреля, и сейчас понедельник, мы пойдем в школу, вчера мы поздравили родителей, ну и, в общем-то, все, я уже собралась, сейчас мы будем скоро уже одевать куртки. В общем, ребятки, смотрите, у нас тут такой тошек маленький наш, и у меня штатив, и сейчас мы с Алисой пойдем гулять, потому что вы не представляете, как, какая там хорошая погода. Там просто я шла без куртки из школы. В общем, мы сейчас оденемся и пойдем гулять. Немного погуляем, а потом я буду делать уроки. А я буду писать кое-что. Чуть. Как летом, пипец, ребят. Вчера мы были в куртках. Ребятки, я в футболке, но я сейчас одену кофту, потому что у нас тут ветерок, солнце светит. Пойдем, да. О, блин, я в грязи у кустах. Смотри, что у меня есть. В общем. А! Не пугайте моего вора, потому что тут будут летать осы, а я боюсь вообще всяких насекомых. В общем, ребят, меня зовут Алиса, так что пока. На, покажи. У меня есть какая-то шапка, вы просто не видите. Это просто топик, топик-попик. В общем, ребят, мы уже погуляли и зашли домой. Я сейчас сделаю русский. За 4 урока. Это круто. Сейчас уже сделала уроки, и я не знаю, что буду делать сейчас. Наверное, смотреть молодежку, потому что мне уже больше нечего делать, потому что мы уже сходили погулять. Я вам не сказала, что мы сегодня будем жарить шашлык. Папа, когда приедет с работы, и мама, мы будем жарить шашлык. Потом, пока они не приехали, я буду сидеть. В общем, тут, оказывается, есть какие-то маски, сейчас мы их померим. За маски. В общем, ребятки, мы уже сейчас вышли с Олесом на улицу. Тут уже вот так вот темно. Это у меня свет из окна. А это я! Там это пап... я! Там... А это его, смотрите, я! Там... А это я! Там папа надевает шашлык, а мы тут на улице решили походить. Тут тепло, очень тепло. Ну, папа. Вот Алиса. Ай! Буша клак-бум.